В воскресенье вся Россия отметит День Матери, праздник, который касается каждого из нас без исключения. К этому дню Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» подготовил для прекрасной половины своих подопечных множество сюрпризов и интересных мероприятий. Одно из них уже состоялось. На базе торгово-развлекательного центра «Джаз Молл» прошел большой и яркий праздник. Обо всем по порядку далее. Сюрпризы начинаются уже на входе. Всем мамам, которые состоят на учете в благотворительном фонде «Металлург», организаторы на регистрации дарят небольшие подарки. Ну а далее на мастер-классы. Три точки на двух этажах. Для участниц праздника в этот день работали лучшие специалисты по прическам и макияжу. Они не только показывали, как нужно ухаживать за собой, но и давали полезные советы. Для фонда «Металлург» такие мероприятия – традиция. В этот раз праздник собрал около 300 участников. В этом году он уже у нас, этот праздник в России, отмечает свое совершеннолетие, поэтому мы так решили так немножко с размахом его отметить. Вот, и пригласили наших многодетных мам, мам, которые у нас состоят на учете в центре материнства, мам, которые воспитывают деток в семьях по потере кормильца. Ну и другие категории, которые у нас состоят на учете. В суете рабочих будней очень часто мамы совсем забывают о себе, а свои потребности отодвигают на второй план. Этот праздник для многих – возможность отвлечься и почувствовать себя женщиной. С отличным настроением пришла сюда и Светлана Панова. У нее трое сыновей, один родной и двое приемных. Женщина уверяет, воспитание детей – дело непростое, но благодарное. Быть мамой – настоящее счастье. Бывает всяко, бывает и устаешь очень, но я бы свою жизнь на сегодняшний момент ни на какую другую не променяла. Программа охраны материнства, отцовства и детства действует на ММК уже 18 лет. Также с 2008 года идет активная работа с многодетными семьями. За 11 месяцев текущего года на реализацию этих программ было потрачено 60 миллионов рублей. За этими цифрами живые эмоции людей и, конечно, огромная благодарность родному предприятию. Вы все участники наших программ. Вы любите аквапарки, любите ГЛЦ, любите бассейны. Любите выезжать в лимонарии, встречаетесь, катаетесь на лыжах. Вот эти программы выполняются, потому что все-таки Магнитогорский медкомбинат – это социально ориентированное предприятие. Не только славен металлом, не только славен хоккеем, но он еще славится программами, которые направлены на улучшение жизни наших людей. Ну а в заключение праздника по традиции мам ждал еще один подарок – семейный просмотр зажигательной кинокомедии. Евгения Салахутдинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.